Друзья, всем привет! Решили записать всего лишь один ролик в этом сезоне про виноград, уже про финал, скажем так, про результат наших мучений в этом году. Не было времени совершенно показывать, рассказывать и заниматься, по большому счету. Только основные вот операции хватало, мне времени делать там посынкование, пропалывал периодически. Если видите, показываю как есть, последнюю прополку просто не делал, некогда. Ну ладно, я здесь немножко поныл, теперь о деле. Значит, смотрите. Вот у нас куст, это у нас P34, винный виноград. В принципе, ну, довольно-таки достойный, я считаю, урожай. Ничего не нормировал. Вот как вот он завязал, опылил, так вот все и есть. Есть, конечно, вопросы к опылению, вот тут некоторые. Ну, ничего, опыление происходило под дождями, поэтому думаю, что сносный результат, скажем так. Делать будем из него вино, скорее всего, в купаже с чем-то еще. Вот с пешками, наверное, с этими. Вот этот у нас, это у нас сразу скажу, это P33, тоже винный. И P26, тоже винный, поскромнее здесь вот у нас урожай, как мы видим. Кусты одного возраста, им 3 года. Вот смотрите, сразу показываю вам Чарли, якобы столовый сорт. Ну не якобы, он столовый считается сорт, либо по-другому антрацит. Но столовые сорта — это моя боль. Потому как у нас, к сожалению, находимся, напомню, мы на севере северном. Мы находимся в Владимирской области, как раз на севере Владимирской области. Температуры у нас недостаточно для нормального, хорошего, вкусного столового винограда. Поэтому пытаемся вырастить хотя бы вот такие винные сорта. Ну ладно. Значит, вот это у нас как раз Чарли, столовый сорт. И как мы видим, в принципе, он неплохо-таки... Неплохо-таки созрел, хочу вам сказать. Еще повисит, я думаю, недельку-две, и будем снимать его. Из него можно делать, кстати, качественное вино. В нашем регионе неплохое вино получается из него. Но для вина у нас вот это. Вот это вот есть. Так, ну пойдемте дальше, пробежимся. Здесь у меня была пересадка винограда. Надеялся, что индюкам как бы... Он не помешает, но индюки помешали ему, винограду. Поэтому отсюда я денисовский пересадил. Денисовский я пересадил вот сюда. Смотреть на него тут особо нечего тут смотреть. Так, это куст кристалла. Внимание у нашего, наверное, не заслуживает, потому что, видите, какой-то чахлый. В общем, я так думаю, что кроты подрыли по весне, и он у меня загибается. Вот, мы кристалл посмотрим в другом месте. Там такой он более бодрый. Леон Мийо. Вот такое название. Это технический сорт винограда, винный. Из него получается хорошее вино, как говорят знающие люди. Поэтому его мы будем оставлять, будем смотреть. Сигналки были, это вот остатки. Так, это Супага. Кустику 2 года. Сигналок нет, смотреть особо нечего. Так, Агат Донской. Агат Донской. Я его уже щипал. Вот сигналка, это 3 года кусту. Ну, сахара мало. Сахара мало. Вот, лоза начала зреть, но зреет плохо. Основная проблема у нас в нашем регионе — это вызревание. Попала косточка, пардон. Это вызревание лозы. Если лоза не узревает, в следующем году мы без урожая. Вот. И здесь уже получается у нас взаимосвязанные вещи. Хотим нагрузить куст. Куст нагружаем, собираем урожай. Лоза не узревает. И следующий год мы без урожая. Вот. Либо мы нормируем, оставляем поменьше урожая, надеемся на узревание лозы. И на следующий год тоже получаем небольшое количество урожая. Вот с техническими сортами это попроще в нашем регионе делать. Его можно не нормировать. Вот, допустим, на примере Зилги. У него и так лоза зреет замечательно, у этого винограда. Вот, посмотрите. И урожай, в принципе, достойный. И лоза уже коричневая, уже трещит. Вот, можно попробовать Зилгу. Уже сладкая, на. Сахарометр взял. Думал, сейчас что-нибудь померяем. Но еще рано мерить, потому что
весна у нас была плохая, и все у нас переместилось со созреванием. Ну вот за него переживаний нет, сахар наберет, уже сахара достаточно. Ну давайте, ладно, померим. Так, сахара 16 брикс, 15,5, если быть точным. 15,5, ну я думаю, что наберет он. Там 19-20 должен набрать, вот. Ну лучше, конечно, 22, чтобы набрал, ну может быть и 22, в прошлом году, по-моему, набирал 22. Так, дальше. Так, это у нас Leopais Zinters, обалденный просто, попробуем. Очень сладкий. Угу. А сахара, кстати говоря, немного, 18, значит мало кислоты. Ну, очень приятный, да? Да, вкуснятинка. Маленькая какая кисточка. Так, ему тоже 3 года. Так, дальше пошли. Leopais Zinters. Значит, это у нас Флора, это Чарли. Это очередная попытка моя вырастить столовый сорт винограда. Я посчитал, что здесь оптимальные условия. Север закрыт теплицей, от теплицы тепло исходит. Солнечная сторона, ветра нет. Но, как мы видим, лоза зреет плохо. Ну, посмотрим. Я в любом случае не оставляю надежды на то, что получится у меня какие-то столовые сорта вырастить. Посмотрим. Оставляем эти два винограда. Вот там дальше Mars Seedlist растет. Он под вопросом. Ему уже 4 года. Я плодов с него не видел, короче, ни разу. Поэтому, скорее всего, будем его отсюда вообще удалять. И, наверное, здесь ничего не будет, потому что здесь яблони, да? Ни к чему. Так, пойдем дальше. Шпалера возле южной стороны дома. Здесь у нас старожилы нашего участка. Это Шевченко сорт. Это столовый сорт. Он уже сладкий. Посмотрим, сколько. 15 всего. Попалась кислая ягода. Ну, он еще будет висеть, ладно, пускай еще висит. У меня очень сладкая попалась. Сладкая? Угу. Ладно, не буду больше мерить, короче, это не важно на самом деле. Вкусная ягода вот эта вот. Подождем, еще повисит. Видите, я вообще обрезал практически, сделал предварительную обрезку полностью, чтобы хотя бы оставшиеся лозы успели у меня вызреть. Здесь было много, соответственно, зелени. Вот я все это удалил. Вот это дело у меня, когда снимется, я здесь обрежу, вот где-то здесь вот, и оставлю 4 лозы на следующий год. Все. Чтобы как бы хотя бы что-то вызреть успело. Эта кадрянка восстанавливается после прошлого сезона, когда я ее сильно нагрузил. Урожая собрал много. Можете это увидеть в ролике в описании, и сбоку экран будет. И поплатился тем, что в этом году я без урожая. Вот я рассказывал об этой ситуации. Тоже оставил минимум лоз, чтобы хотя бы они успели вызреть. Несколько, все-таки жалко мне было. Надеюсь, что успеет дозреть ягода. Оставил вот 3 гроздочки. Вот это тоже я все будет удаляться, вот эта часть. Останется буквально 4 лозы. Так, а вот у нас Августин, с которым я уже, к которому я пытаюсь найти подход уже 4 года, вот, но в этом году он дал, на, попробуй, он дал урожай вот в виде таких двух сигналок, но лоза жирует, ничего хорошего вот с этой лозы не получится. Может быть, вот эта лоза успеет вызреть, ну посмотрим. Но я говорю, я еще в том году говорил, что он под вопросом удаления. Тоже глянем, может, в следующем сезоне посадим сюда что-то такое более неприхотливое. Так, Гарольд. Тоже в видео, на которое я дал ссылку, есть, значит, урожай прошлого года. Урожай собрали, съели. Вот результат. Лоза не вызрела, пошел от корня. Восстанавливаем две лозы. Практически, ну не практически, а от корня восстанавливаем. Тоже, как вы видите, не зреет. Ну, не знаю, это столовики. Еще раз говорю. Прихожу к мнению, если вы хотите
стабильно получать хоть какой-то урожай в нашем регионе, на севере. Столовики – это теплица. Технари – может быть открытый грунт. Так, вот. Кристалл. Кристалл, значит, чем он примечателен? Из этого винограда можно сделать очень качественное вино, даже из нашего северного винограда, в принципе, не уступающего южным винам. Поэтому я, значит, планирую увеличить количество кустов белого винограда, такого как Кристалл, такого как Солярисом, я еще под вопросом, лоза очень плохо зреет. У Кристалла плохо зреет, а у Соляриса еще хуже. В общем, чтобы делать белые вина, более, скажем так, будут они качественнее, чем, возможно, красные в нашем регионе. Ну, посмотрим. Так, он, сахар в нем есть, но еще мало. Он висит. Так, он висит. Вот два куста кристалла. Вот Солярис. Солярис. Так, вот у нас Солярис. Солярис должен тоже у нас расти. Но должен, да не обязан. Вот тоже плохо зреет лоза. Уже какой это? Третий год кусту. От корня отбивает. В общем, надеемся, что в этом году хоть что-то вызреет у нас. И попробуем в следующем году получить урожай. Но пока его нет, урожая. Так, бьянка. Бьянка на удаление, скорее всего, идет. Ему 4 года, этому кусту. Вот сигналка. Дубовая ягода. Абсолютно. Даже не размягчилась. Не подходит бьянка конкретно к моему, может быть, участку, но удаляю. Так, сырава-сагра. Сырава-сагра. Очень вкусный виноград, попробуй. Ну, по крайней мере, из того, что у нас есть у нас на участке. Класс. Обалденный просто. Вот. Сладкий. 18 сахара. Ой, больше всего, да? Тут показывать нечего, все общипали. Да, сигналочка была только. 3 года кусту. Лоза зреет, но фиговенько. Будем надеяться. Так. Леопард Зинтерс, мы его показывали, это второй куст от другого заводчика. Так, здесь это Йоханнетер, немецкий сорт, значит, тоже нещадно обрезал, он был большой, я оставлял много лоз, чтобы он не жировал, чтобы лоза была приемлемой толщины. Сейчас обрезал, чтобы все питание шло вот к этим оставшимся трем лозам. Надеюсь, что вызреет. Посмотрим, что с него получится. Сигналка была. Я ее срезал, потому что, ну, понятно было, что не вытянется в этом сезоне никак. Так, это у нас... Так, что это? Это мукузани. Это мукузани. Ну, что о нем тут садиться, говорить нечего. Сигналки нет. Будем наблюдать. А возраст? 3 года. Третий год. Так, это у нас... Что это у нас? Это экспресс ранний. Вот экспресс ранний, я думаю, что перспективен будет, но хватает мильдью. По обработкам, пока заговорил о заболеваниях, смотрите, делал 2 обработки в этом сезоне всего. До цветения и когда. И не помню когда. Короче, и еще раз, за лето, когда не помню, подпишу. 16. Странно сладкий такой. Попробуй. Да, сладкий. Вот. Ну, перспективный сорт, наблюдаем. Так, таежный тоже наблюдаем, пока сказать нечего, сигналки нет. Так, ронда. Ронда маленький. С той стороны тоже ронда маленький. Значит, ронда. Ну, ронда, в общем. В общем, надежда на ронду, так скажем. Вот, из него получается хорошее вино, но он поздноват.
поздновато созревает. Лоза в прошлом году узревала нормально. Сейчас тоже мы видим, что началось узревание лозы. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что хватит тепла ему, чтобы он набрал кондиции. Рано делать выводы, но мне кажется, что перспективный сорт. Да. Поздно полоть уже, да? Перед смертью не надышишься, как говорится. Ну, короче, да, забросил я виноградник, ребят, каюсь, но, блин, нету времени. Птица все время отнимает. Так, Валиант. Валиант. А, что о нем сказать? Ну, растет. Многие его уже поудаляли с своего участка. Кислый. Кислый. Кислее ронда. То есть, походу, до кондиции дойдет он позже, чем ронда. Несмотря на то, что сад здесь гораздо выше. Забор рядом. Извините. Вот. Ну, походу, вариант под вопросом. Ладно, посмотрим. Так. Так, так, так. Это что у нас? Так, это у нас Каберне Кортес, по-моему. Говорить о нем рано. Сигналка никакая. Куст долго сидел у меня весной, стартовал поздно, поэтому посмотрим. Так, это маркет. Маркет типа Валианта. Тоже многие поудаляли уже его с участка. Я пока не попробую, оставлю. Вот. Так, это маркет. Он пересажен, ему 3 года, но он пересажен. Короче, эти вот кусты, они восстанавливаются. Так, это Каберне Кортес, второй куст. От другого заводчика, смотри. Заводчик другой, результат тоже другой. Видишь, уже плоды какие-то есть. Хотя по возрасту такой же. Ну, есть сахар, но мало. Так. Вот это вот, ребята. Вот это, ребята, тоже, мне кажется, перспективный сорт. Называется он Пино Нуар винный. Пино Нуар ранний. Какой сладкий, попробуй. Ну, нуар это вино есть. Угу. Давайте померим сахар. Мне даже интересно. А, видите, кустик такой чахленький. Плоды дает. Но чахленький он, потому что Саша не туда посадил его. 16,5. Мало, конечно, для вина, но будем ждать, что наберет еще. Посадил я в неподходящее место, так как у нас вот березы. Они забирают все питание из земли. Короче, здесь ничего не растет. Постараюсь размножить и пересадить в какое-то другое, более выгодное место. Так, это у нас что? Так, это, по-моему, мукузани. Так, мукузани, кстати говоря, плодоносят. Сахар есть, но мало. Нечего мерить даже. Так. Ну, это у нас экспресс, еще один куст. Экспресс ранний. И Галант. Галант расти у нас, говорят, не будет. Не знаю, посмотрим. Но вот это все, конечно, не вариант. Видите, какие? Подберезовики, да. Лист хлорозный. Питания не хватает. В общем, их надо либо пересаживать, либо удалять. В общем, все, что вот по большому счету до пенька, даже дальше. Наверное, только вот одно место. Я так и рассчитывал на это место, вот у забора. Но из-за берез, похоже, здесь расти ничего не будет. Поэтому оставим как эксперимент. Вот. А попробуем размножить и посадить другие места. Ну, напоследок давайте посмотрим пару сортов столовых, которые в теплице растут у нас в емкостях. Я боюсь, вдруг там чернуха нахулиганила. Так, чернуха на месте. Виноград. Яйцо несет, что ли? Так, виноград вроде тоже. Так, я что-то спрятала. А, спрятала, да? Так, это у нас Виктор. Угу. Водянистый получился. Много поливал, наверное. Сахар еще маловато. Так, это у нас Надежда Азос. Да, даже в теплице в этом сезоне что-то не ахти, скажу откровенно. Мало сахара. Еще висят. Висят мало сахара. Но, как бы ягода дозреет, я думаю. Еще успеет теплица-то по-любому.
Ну вот, друзья, пробежались мы быстренько по нашему винограднику, показал я вам сорта, результат. Возможно, если бы я уделял больше внимания в этом сезоне винограду, результат был гораздо лучше. Но вот что имеем, то и показал. Сажайте виноград, виноград — культура места, пробуйте. Главное — определиться с выбором сорта. Вам в помощь есть разные приемы агротехники для открытого грунта. Есть теплицы, в конце концов. Ничего сложного нет, нужно только приобрести какие-то знания, вложить определенный труд. Труд нужно вкладывать в виноград, и будет результат. На этом все, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока, но пасаран.